Одно слово. Только одно слово приведет тебя к довольству Аллаха, и только одно слово повергнет тебя Его наказанию. Язык опасен именно этим. Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, говорил: «Сам того не замечая, раб может сказать одно слово, которое возвысит его положение. И даже сам того не замечая, раб может сказать слово, которое приводит к гневу Господа, что приводит его к аду». Пост подобен безмолвному воспитателю. Он воздерживает людей от непристойных дел, то есть ложь, клевета, брань, поругательство, пустословие. Неполным считается пост того, кто не хранит свой язык от греховных слов. Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, сказал: «Пост – щит. Пусть постящийся не совершает постыдных дел и не гневается. Если его ругают или поносят, пусть скажет: «Поистине, я пощусь». Награды человека могут оказаться тщетными по причине грехов языка. В хадисе сказано: «Если человек не прекратит лгать и поступать по лжи и невежеству, то Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья». Мудрый человек обдумывает каждое сказанное слово. Если оно благое, говорит, и молчит, если в нем нет добра. И сказал посланник, да благословит и приветствует его Аллах: «Тот, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое, либо молчит».